перестанут к нам обращаться. Давайте возьмем простое видео, какое-нибудь коротенькое. И что же у нас выйдет? Посмотрим. Ну что, ребятки, аишки развиваются достаточно быстро и начинают потихонечку нас двигать. На этот раз мы разберем с вами Eleven Labs, такую компанию или же продукт компании, которая работает с генерацией, а именно текста, речи, голоса и саунд-эффектов. Ну, так как в большей степени я занимаюсь звуковым оформлением, саунд-дизайном, я бы хотел потестировать различные задачи, которые нам порой необходимы при поиске того или иного звука. И на самом деле это достаточно просто происходит, когда у нас имеются различные менеджеры, такие как Soundly, SoundCue. Тут важен просто правильный запрос, metal, там, drop, table, то есть, ну вот, три тега, и мы получаем кучу различных сэмплов. Вот, что нам может выдать вот этот Eleven Labs, допустим, с тем же запросом. Да, 4 таких разнообразных достаточно звука, и в целом это неплохо. Что я могу сказать, если вкратце, то есть, ну, тут можно долго это все генерировать. Я понимаю, сразу вы можете попробовать, я понимаю, что справляется с данной задачей эта штука хорошо. И в каких случаях это уместно? Уместно тогда, когда, во-первых, нету подписок, да, нету менеджеров, нету своих библиотек, и нам нужно быстро-быстро ассоциативный достаточно звук подставить под наше конкретное видео. Допустим, вот я изучаю сейчас стоки. Допустим, тот же кашель женщины. Я думаю, с подобной простой задачей это будет, ну, максимально легко для этого искусственного интеллекта. Я так понимаю, она анализирует все базы доступные, да? Что-то есть хорошее, то есть сразу понятно, что это можно скачать, использовать. Давайте попробуем синтезировать речь какую-то. Hello, my darling, I very love you. Hello, my darling, I very love you. Здорово, здорово. Так, а что у нас здесь? Здесь у нас, это, я так понимаю, с анализатором, да, который может сделать генерацию по голосу. Давайте проверим. Сейчас посмотрим, допустим, возьмем какой-то ролик, точнее, мой какой-то отрывок голоса и попробуем засинтезировать. Ну вот, на 2 минуты коротенькая здесь. First we thought the PC was a calculator. Then we found out how to turn numbers into letters. Это синтезирование нового какого-то голоса, я понял. А вот это, наверное, да, уже именно с голоса. Есть, был у меня такой опыт моего голоса. Сейчас покажу, как это звучит. Yes, I didn't think about it, but I will definitely do it. Английский вот делали. Как я делал заказ для компании Echosplat. Перед началом работы я анализирую исходники, ищу референсы для... Вот мой голос, но он все равно звучит коряво. Подъезд Танди, как вы уже догадались из названия, сегодня мы будем говорить о стереозаписи. Это очень подойдет для каких-то коротких рилсов, когда тебе впадло что-то записывать, не для каких-то более серьезных работ. В общем, какой вердикт мой, ребятки? Ну, то есть, аишки развиваются достаточно быстро. Уже есть, обратить внимание, вот в чатике, кстати, в моем, кто не подписан, подписывайтесь. Здесь моя академия, здесь мы смотрим, читаем, слушаем, изучаем, общаемся. Вот, допустим, недавно вот это же Eleven Labs, по-моему, выкатила саунд-дизайн для видео. Обратите внимание, какие делают уже генерации видео. То есть мы видим прогресс, да? Раньше этого не было. Сейчас мы имеем возможность сделать такие VFX, делать, как вот показывает нам чувак с сайта, подбирать для видео саунд-дизайн. И мое мнение здесь такое, что
В целом, опять же, это все пока ассоциативно. Текстура, по какие-то сути, тонкости, драматургии, возможности с точки зрения нужного баланса, нужного лейринга. Конечно, это все не очень будет работать пока что, на мой взгляд. Но, тем не менее, это большой прогресс, который действительно будет, наверное, все-таки разделять определенный сегмент рынка, а именно клиентов и заказчиков. Потому что в большей степени к нам обращаются либо клиенты, которым нужно здесь и сейчас и дешево, и те, которые хотят действительно профессионального взгляда, творческого взгляда, которые погрузятся в проект и сделают так, как они видят, слышат, и так, как слышишь ты, профессионал. В частности, ко мне обращаются, да, люди именно за моим профессиональным видением уже в области звукового оформления и музыкального оформления. Так и тут, когда ты понимаешь, что, допустим, клиент обращается с быстрой задачей, и он обращается к тебе не за профессионализмом твоим, а за скоростью и дешевизной, и ты понимаешь, что вот этого, скажем так, решения конкретные задачи будет достаточно. И в частности, почему вот я сказал про разделение рынка, скорее всего, часть моушн-дизайнеров, которые к нам также обращаются, чтобы мы быстренько сделали звуковое оформление, перестанут к нам обращаться и будут работать самостоятельно, потому что если это все разовьется максимально хорошо, то можно понять, что, а зачем действительно обращаться к лишний этап продакшена делать, когда можно вывести видео, нажать кнопочки, и все будет готово. Давайте возьмем какое-нибудь простое видео, допустим, таймлапс, какое-нибудь коротенькое. И посмотрим, что он из этого сделает. Мы его скачаем. Здесь уже музыка есть, но неважно. Давайте загрузим с музыкой, посмотрим, как он отреагирует. Очень интересно, что выйдет, что получится, потому что такого я еще не видел, не слышал. Хотя нет, обманываю. Очень давно, где-то года 3-4 назад, я натыкался на технологию, а именно софт какой-то разрабатывали ребята. Можно было закинуть видео, ну, то есть работа для видео именно, продакшена вот этот, софтина была, как секвенсор какой-то, как давка. И можно было расставлять маркеры под тайм-коду, и, соответственно, автоматически нейронка подставляла нужную текстуру, там, шагов, к примеру, и так далее. Херня. Почему-то оно короче, то есть оно не в тайминг, не понимаю почему. Ну, я думаю, вы сами все слышите, что это шляпа полная, но, то есть он понимает вот этот creak sound. Органик, да, органический. То есть, что нам здесь нужно по тегу? Здесь, по идее, органик. Ну, вот что-то такое, да. То есть, dirt, crackle какой-то. Такой запиченный. Ну, то есть он, конечно, по таймингу это все плохо, сложно работает. Что еще мы можем? Допустим, я думаю, самым простым вот с таким футажом, конечно же, он справится. Тут у меня вопрос, насколько это уместно и действительно ли нужно загружать вот так вот отдельными кусками, отдельными отрывками. То есть, когда вроде бы ты же не работаешь с такими коротышами. И с таким, конечно же, он сейчас справится. Я надеюсь, он добавит горы, добавит шаги. То есть, тут более-менее понятная для него структура. Но все равно, опять же, вот видите. Синхрон он херово прорабатывает.
этот норм. Вот это хороший, да. Здесь каблук. Но все равно какое-то чувствуется пространство. Здесь открытое пространство, открытая улица. То есть херово анализируют. В общем-то, что могу сказать? Ставлю пока троечку. Для создания и звуковых эффектов тема рабочая. По крайней мере, для быстрого вот этого скаутинга простых каких-то звуков, ассоциативных, понятных. В общем-то, в таком ключе действительно можно, можно делать какие-то проекты, какие-то задачи выполнять, чтобы не искать долго, ты не можешь найти, но ты понимаешь четкий тег, или быстро тебе нужен кашель какой-то оригинальный синтезировать. Поэтому занимайтесь звуком, изучайте, будьте в тренде, в контексте, смотрите, и тогда будет у вас все получаться. Все, с вами был я, Антоха Бустер. Поставьте лайк, обязательно подпишитесь. Пока-пока.